Молодые вокалисты познакомились с итальянским маэстро. Всемирно известный оперный певец и дирижер Джузеппе Сабатини провел мастер-классы в Международной академии музыки Елены Образцовой. Вся жизнь Марии связана с вокалом. Она окончила университет имени Герцена, год училась в Парижской консерватории. И теперь первокурсница Академии музыки готовится стать артистом театра. Поэтому на предложение поучаствовать в мастер-классе с Джузеппе Сабатини откликнулась сразу. Мария с маэстро работали над арией Клеопатры из оперы Генделя «Юлий Цезарь». Я 2 года назад была у него в Риме, посетила несколько занятий, и сейчас это большая честь и возможность посетить в Петербурге занятия столь весомой личности. Маэстро встречался со студентами 3 дня с утра и до вечера. За это время он пообщался более чем с 20 исполнителями. Каждому дал задание и объяснил ошибки. В основном это, конечно, работа с голосом, дыханием и настроением композиции. За несколько лет Джузеппе уже освоился в роли преподавателя, но в петербургских вокалистах есть что-то особенное, признается он. Может быть, благодаря климату, холоду, такому интенсивному состоянию есть голоса потрясающие, интересные и необычные. Получить подобный урок – редкая возможность для петербургских студентов. В прошлый раз Джузеппе Сабатини проводил мастер-классы в Петербурге 6 лет назад. Есть надежда, что следующего визита в северную столицу так долго ждать не придется. Как признался маэстро, он подумывает приехать в Петербург с гастролями.